Зарегистрировали 3 случая поджога сухостоя, 136 очагов возгорания локализовали сотрудники Генинспекции по чрезвычайным ситуациям за выходные. Было уничтожено более 400 гектаров растительности. Один случай поджога зафиксировали около Раша. Пламя охватило свыше 4 гектаров сухостоя. Еще 2 инцидента произошли у села Кукуара Кагульского района и на трассе Калара-Шунгены. Полиция устанавливает личности поджигателей. В конце прошлой недели огонь уничтожил 4 гектара растительности в Сынджере, муниципе Кишинев. В этом случае тоже рассматривают версию намеренного поджога.